Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше знакомство с японскими благовониями Morning Star от фабрики Nippon Kudo. В этом выпуске мы рассмотрим такой прекрасный аромат, как жасмин. Синяя пачка. И положена подставочка керамическая и 50 палочек. Внутри. Первое знакомство. Аромат необычный, не свойственный классическому жасмину. Смесь терпкой, сладкой, горькой ноты. Очень необычный запах, который раскрывается во время горения. Благовоние красного бордового цвета, что тоже необычно для жасмина, но, видимо, это цветущий жасмин или цветки жасмина, поэтому благовоние имеет именно такой цвет. Что ж, зажжем палочку и насладимся этим ароматом вживую. Не вдыхаем аромат, ждем, пока дым заполнит пространство. Необычный густой плотный запах, запах цветущего жасмина. Хорошо подойдет в прохладное время года. Весна, осень, зима, аромат согревающий. Напомню, что благовоние Nippon Kudo не оставляет после себя неприятного запаха, поскольку нет бамбуковой основы, что свойственно индийским благовониям. Палочки безосновные, как вы видите, тело палочки, это чистая благовонная масса. Сгорая, выделяет только аромат, без каких-то дополнительных добавочных запахов. Время горения около 20 минут. После сгорания палочки какое-то время остается еще очень приятный аромат. Спасибо за внимание. До скорых встреч.